Посмотрим, что она выбрала на самом деле. Ксения, готова, пожалуйста? Ксения, ваш выход! Идешь классно очень, двигаешься классно. Людочка, пожалуйста, ваше мнение. Людочка, ваше мнение ваше. Ну, что я могу сказать? Вот этот цветочек у нее как на клумбочке. И вид у нее такой. Какой? Цветочек какой? На клумбочке. Ну, мама любит такие юбки, на самом деле. Я знаю, что они такие, ну, не знаю, красивая юбочка. Я хочу предоставить микрофон нашему замечательному эксперту, певцу-актеру, нашему замечательному Алексею Воробьеву. Пожалуйста, приветствую. Леша, пожалуйста, дайте. Подойдите к микрофону. Леша, мы очень рады вас видеть в нашей студии. Я тоже очень рад. Я счастлив. Ваше мнение будет любезно относительно выбора нашей героини. Определенный штамп уже, да, вот современные девушки, особенно блондинки, да, вот это все время, это должна быть девушка такая-такая. Такая вот вся расфуфыренная такая всегда, что ну я же блондинка, почему? Почему? Я же блондинка, что же кефир в голове должен быть тогда? Это вообще-то какой-то вот, мне это совсем не нравится. И вот этот вид, неужели, вот скажи мне вот сейчас просто вот как на духу, неужели, допустим, вот просто ты идешь в метро, да, ты хочешь докуда-то доехать, и ты вот так вот оденешься? Оденусь. Оденешься? Оденусь. Молодец! Но для меня вот такой вот вид, это определенный уже, ну, человек с определенным, да, каким-то складом ума. Сумасшедшая? Нет, не сумасшедшая, гораздо хуже. Девушка, которая все время одевается так, как будто она идет в ночной клуб на вечеринку, да? Потанцевать там, ну такая, да, это... Легкая, вы хотите сказать, да? Очень серьезно, легкая, да. Он хочет сказать. Особенно я... Леша, мы вас поняли, спасибо, мой дорогой. Вы очень деликатный человек, очень деликатный. Садись, спасибо. Передевайтесь. Артем, будь любезен, ваше мнение. Ну, что говорить, и верх низ отвратительный, и туфли очень пошлые. Тут без обсуждения. Спасибо большое. Вот так говорят друзья. Спасибо большое, Арина, будь любезен. И все это я слышу от двух кенов, которые словно бы воспитались на той самой культуре кукольной, на которой взросла моя замечательная подзащитная. Мальчики, вы в курсе, что вы типичные, симпатичные кены? Даже одеты так же, как они. Это что это такое? Потому что этот цвет ее старит. Да. Мне плевать вообще, старит ее этот цвет или нет, но я что хочу сказать, то что... девушка прежде всего должна быть девушкой, да, как бы... Так она и девушка, будущей матерью. Вот я не могу представить свою, например, жену, да? Значит чтобы... так, это стопроцентная девушка, раз, до матери ей еще далеко, два, она отлично выглядит, три, и в метро она так никогда в жизни не пойдет, потому что на таких каблуках в эскалаторе потому спалишься, что на таких каблуках... и кубарем вот так вот укатишься. Сейчас она точно наврала. Уверена, пожалуйста, ваше мнение. Да, она останется в памяти наших зрителей, но у нее не будет своего лица. Люди не запомнят эту девочку, Ксюшу, они запомнят девочку, которая похожа на Барби. В этом ошибка типичных имиджей. Этим они плохи. На определенном этапе они хороши. Но вот сейчас ей нужно продемонстрировать себя. Спасибо большое. Ксения готова, пожалуйста. Ксения, ваш выход на подиум. Мы вас ждем. Ужасно. Что ужасно? Все ужасно. От туфель до платья. Странно. И страз, и блесток, и всего ужасно. И пуховочка ужасно. Просто ужасно. Я слышу сейчас маму. Мне тоже пойти хочется переодеться в розовое, чтобы поддержать мою подзащитную. Понимаете, чем больше вы так говорите, тем больше хочется вам противоречить. Так, пожалуйста, будьте любезны. Алексей Воробьев. Лешенька, пожалуйста, ваше мнение.
На самом деле, очень красиво, я должен нравится, сказать. Очень и нравится. Ты прекрасно в этом выглядишь, и тебе это действительно все очень идет. Это действительно прекрасно и замечательно. Но самое ужасное, я тебе могу сказать только одно, как мужик, да, который смотрит на девушку. Когда я вижу, ну вот девушку, да, определенно, вот так выглядящую, да, прекрасную, замечательную, прям вот идеальную. Вот в таком виде я не могу отнестись серьезно к такой девушке. Вот просто это я говорю как мужчина, да, который смотрит на девушку. Вот и все. А вы пообщайтесь, господа. Вы даже по цветовой гамме очень подходите. Не только по образу. Спасибо. Есть только один способ. Проверить. Вот и все. Вот пригласите в кино. Спасибо. Мотайте на ус. Мнение замечательного певца, актера прекрасного. И очень красивого молодого человека, который мечтает все женщины страны. Да, Леха? Передевайся, Сюш, передевайся, пожалуйста. Да? А о чем будет говорить ваше мнение? Ну, не буду, на самом деле, обсуждать наряд, но большое спасибо Ксюше за высокие каблуки. Это очень круто. Good. Спасибо большое. Эвелина, пожалуйста. Я, знаете ли, вот что думаю. Может быть, хороший выход Ксюше отправиться работать пиаром по специальности в компанию, которая производит или продает куклы Барби, и, наконец, все встанет на свои места. Она будет к месту и ко времени, и ей там будут счастливы, и ей будут довольны. Мне кажется, что вот этот выход, над которым имеет смысл подумать. Спасибо большое. Спасибо. Вы знаете, мне очень нравится Ксюшка вообще. Мне нравится сам ее стиль и манера. Вот ее облажали в первом выходе. Я считаю, что в этом есть, в первом выходе есть какая-то такой вызов. Эти туфли, которые, сразу скажешь, говенные туфли, ничего подобного. Классные туфли совершенно с блесками. Пускай они мерцают, пускай полыхают. Тем более сейчас это самая тема актуальная в мировой моде. А во второй платье вообще роскошные туфли, дивная красота, движение, пластика у нее очень оправдана. Спасибо большое. Ксюша готова. Ксюша, ваш выход на подиум. Мы вас ждем к зрению. Пожалуйста, выходите. Людочка, пожалуйста. У меня такое впечатление, что она готовится, чтобы каждый день у нее был праздник. Не работа, а праздник. Ой, боже мой. Ну, знаете, иногда наедает. Моя дорогая, вот работаю, я работаю с полпятого утра, встаю каждый день. Да, работаю, я на работу утром встаю, в полпятого, полшестого я выезжаю из усадьбы, да? Я выезжаю как на праздник. Элегантный, роскошный, в отутюженном костюме, с украшениями, с галстуками, с бантами, с чем угодно. И целый день живу как на праздник, потому что жизнь должна быть праздником. Алексей Воробьев, пожалуйста, будьте вместе, наш замечательный актер и певец. Знаете, я очень влюбчивый парень, так уж вышло как-то по моей жизни. И с вашего первого выхода я как-то слегка уже, если честно, изменил вообще свое мнение, в принципе, о розовом цвете, о девушках, которые его носят, о том, какой наполняет их внутренний мир, потому что почему-то в ваших глазах видно совсем другое, нежели то, что в большинстве случаев, когда я вижу девушку в розовом цвете. И сейчас для вас... песня. О, замечательно. Поаплодируем. Скрозь мои, ой, скрозь мои, ей, дрезвые ножки, Барби пролегла. Спасибо. Спасибо, Леша, спасибо. Аплодируем Алексею. Садись.